У нас сегодня был корпоратив. Недостаток вот этой штуки, то что оно слепит, и ты как будто забываешь все, что было. Многие блогеры пишут о том, что действительно вот эта камера, она вырубает просто мозги, и тяжело, вот когда ты даешь какие-то интервью, очень тяжело. Не вот зря ж при допросе. До этого светит. Надо заплатить, да, наверное. Кстати, ты очень сильно светишь своими На 300 юаней больше, тогда будет не так. 25 юаней в день. Не, а 60 юаней, конечно, оно будет немножко. Ромчик, давай сейчас запустим хлопушку. Да, мы сейчас подойдем к меньше и запустим хлопушку. Я предлагаю запустить хлопушки и выпить по коктейлю мозги. Так мы не едем. Там не та. В Макдональдсе нет этого коктейля. В Макдональдсе этого нет. Но есть же не в Макдональдсе. Да, напротив есть пиво просто. Там не из мозгов. О, Рома. Где есть пиво, нет Рома. Мозгов. Поэтому нам светит чай. Холодный чай. Ёбаный Китай! Рома, можно и в мою сторону это делать? Почти получилось. Я не знаю почему, но просто эта штука не работает. Проебалась. Включаем музыку, я диджей. Аппарат, да, сложного нового поколения или старого слишком. Чувак реально тут сидел пару часов и не мог ничего сделать. Микрофон. А попробуй, работает ли он? Микрофон. Сюда надо батарейки ставить. Так, только как? Так. У нас сегодня был корпоратив. Пойдемте в гости к нашей звезде сегодняшнего дня. Ирине. Ирина, здравствуйте. Твою мать. Пожалуйста, слушай. По поводу сегодняшнего вечера что-нибудь? Подождите. Ну что я могу сказать? Вечер был прекрасен, все были великолепны. Танец был более чем потрясающим. Ребята постарались, это было видно. Вы знаете, когда я танцевала в своей молодости. Может, уберете от меня микрофон подальше? Не-не-не, надо честно микрофон. Не псуйте мне его так на лицо, я вас очень прошу. Он очень органично смотрит. Я понимаю. Итак, когда танцевала я в своей молодости, помнится, это было очень мило. А, да. Итак, что вы хотели? Ваши впечатления на сегодняшнем дне. В целом положительно. В целом. Да. Было прекрасно. Было прекрасный вечер. Отличная музыка. Хорошая концертная программа. Все было на высшем уровне. Что вам больше всего понравилось? Больше всего мне понравилось, наверное, когда, да, Ира танцевала. И вот особенно тот момент, когда она такая, да ебись, она все конем, и начинает плясать. Вот. Вот это было здорово, это было честно, искренне. Это то, что любит зритель. Как у вас дела сегодня? Дела нормально. В целом, как бы ничего особенного не произошло, за исключением того, что мы побывали на корпоративе. Было все как обычно, за исключением того, что большинство сотрудников были в костюмах. Это насторожило. А в целом очень понравилось. Понравилось выступление коллег. Понравились блюда. Предоставленные угощения. Ух ты! Вау! Сошлась музыка! Я вылюбаю чудо в МБС, и я хочу за
Саина, ты выбираешь трек? Да. Готовлюсь к выступлению. Давай, давай. Не знаю, меня так мозг не работает. Я рад. Ты предлагаешь мне что-то рассказать? Да. Ну, я не знаю, слова. Есть, наверное, интересная история, но не сейчас. Окей, ладно. Достаточно экстравагантно выглядит. Да, все прекрасно. Я думаю, что... Наша молодость, наше счастье, наша боль, наше все прошло давно, и осталось только ноль. И самые любимые китайские игры – карты. Да, о картах будет отдельный разговор. Значит, в карточной игре Китая присутствует такой показательный момент, как отсутствие мысли. Мысль, да. Когда китайцы играют в карты, они смотрят на цифры. Они не смотрят на масть. А мы будем смотреть именно на масть. Да. Фарту и масть.